Перед просмотром данного ролика посоветую вам подписаться на канал DropX. На его канале вы сможете найти огромное количество видео по Dota 2, CSGO и San Andreas Multiplayer. Ну а я уже подписался. Хай, Джейс, это Diamond RP Amber, вторая серия, погнали! В общем, пацаны, в этой серии я решил отправиться за покупочками, купить себе телефон, сим-карту, все такое. Но для начала нужно найти 24/7 какой-нибудь подходящий, чтобы можно было все это купить. Блять, пешкодралом бегать не очень прикольно. Ну вот, блять, таксисты, никто не останавливается и спиздили мой велик нахуй. На автобусе я не буду ехать, потому что это слишком... Короче, он не туда едет, даже это не вариант. Автобус не, автобусы это не. Вообще не. Следующая серия, наверное, выйдет уже, когда я стану второй левел. Буду работать, я не знаю, кем там, водилой автобуса, по-моему, или таксистом. Я не помню, как тут, что тут. Ну, в общем, следующая серия будет уже про работы. Так, хотелось бы, конечно, пойти в банды, но я не знаю, с какого тут левела. Хотелось бы потащить немного. Блять, у меня почему-то варнинги идут, я не знаю чего. Вот на даймонде только такая вот шняга есть. Вот варнинг какой-то странный. Модель 107, won't load in time. Блять, типа, короче, нарушена, блять, установка мода какого-то. Я нихуя не устанавливал. Пидорасы. Сука. Так, надо, короче... А, я все, я знаю. 24/7 находится у нас возле мэрии. Есть такое место одно. Сейчас мы туда пробежим. Блять, почему-то оно, блять, останавливает с кадра, нахуй. Блять, тут цена за вход 150. Я бежал от другого 24/7. Там, блять, вход... бля, 50, по-моему, был. Сука, побежим, короче, к другому. Тут на мэрии, наверное, где-то должен быть. Ой, блять, на мэрии. На спавне или нет? Ладно, пойдем побежим, короче, на спавну. Может, нам повезет, и мы словим велик и поедем на велосипеде. Это будет чётенько. А он какой-то бич... Во-во-во, есть велик. Но какой-то бичонок сейчас его угонит. Блин. Короче. Во-во-во, появляются еще велики. Сука. Бля, это вы за... О, все, заебись. Сейчас мы тащим отсюда. Бля, да че ж ты, сука. Все, поехали. Йоу-йоу-йоу. Мазафака. Ама бич. Заебало ты, почему ты, блядь, подседаешь, нахуй. Короче, едем в это, 24/7, только надо будет как-то велик спрятать, чтобы, блядь, никто нахуй не это самое, не дергался там по поводу велика моего-то, блядь. Так. Блядь, да заебало, почему она, сука, приседает? Ебучий даймонд, блядь, косарь людей, пиздец. Пинг у меня хоть какой-то, 80, пиздец. На Ониксе у меня пинг был, блядь, ну там онлайн средний, человек 300, блядь. Нет, не 300, человек 500, наверное. Там у меня пинг 40, блядь. Цена за вход 200, да вы чё, ебанулись, ребят? 200 баксов, блядь, за вход. 24/7. Давай сюда зайдем. Только припаркуем, блядь. Велик где-то здесь, либо его сейчас спиздят. Ну, будет заебись, если он останется здесь, его никто не спиздит. Так, за вход. Войти. Воу-воу-воу. Телефон, 450 баксов. Так, поздравляем, вы купили телефон. Ваш номер 167-483. Номер сим-карты. А, нет, номер мне не надо, мне дали автоматический номер, потому что, блядь... В общем, пусть будет такой, какой есть. Что тут еще есть? Аптечка, часы, букет цветов, трость, парашют, маска, фотоаппарат, скрепка, телефонная книга, мешок, веревка, рация, маленький баллончик с краской.
Давай рацию. И что еще, что я хотел? А, телефонная книга. А, теперь, чтобы использовать рацию, введите команду К. Сейчас посмотрим, велик есть. Ай, блядь, уже спиздили. Слэш К. Вы не состоите в семье. Ага, все ясно. Для того, чтобы использовать рацию, нужно состоять в семье. Я думал, будет без семьи. О, велосипед, сейчас мы его спиздим. Давай. Чувачок, стой на... Да, блядь. Блядь, это пизда. Сколько тут бомжей. Сука, это все кто-то качается. Пиздец. Я ебу, какая толпа, нахуй. Блядь, оно тут еще лагает. Охуеть. И здесь валяется. А я ебу. Сука, ребят, ну администрация, делайте что-то с этим, потому что это неправильно, блядь, смотри, нахуй. Сколько всяких бичменов валяются, блядь, и из-за них лагает, сука, у всех. Ну шо, чуваки, вот я, короче, прибежал к первому магазину одежды, тут их в районе, я знаю, 3 вроде бы. Заходим, посмотрим, шо тут да как. Можно, кстати, вылечиться в магазине за 150 баксов, но нет. Ну, блин, у меня, кстати, денег не будет, я вон поучаствовал, блядь. В этой, блядь, в... Короче, в эфире, блядь. И меня сняло почти все бабло. Просто я посмотрю какой-нибудь себе скин, чтобы потом его можно было купить. Как уже знать, на что копить. Мусор. Что за хуйня? Почему продается мусор? 10 тысяч коп стоит. О! Охуеть! 20 тысяч. О, блин, со скинами тут проблема, кстати, они тут дороговато стоят, 30 штук. Ребят, кстати, я сделаю потом обзор на скин-пак попозже немножко и выложу его, потому что есть люди, которые просят меня об этом уже давно. Ну, вот, скоро придет время, блядь, и я его выложу, нахуй. Вот так. Короче, скины тут самые такие хорошие, это в пределах 50 тысяч. Но у меня нету таких бабок, так что я буду копить 20 на вот этот, или же, блядь, 10 на мусора. Я еще не знаю пока. Разберемся, блядь. Я думаю, в другие магазины нет смысла идти, потому что там то же самое. В принципе, цена, я думаю, одинаковая везде. Ну, вот так. Я думаю, на этом можно закончить, пацаны. С вами был Джеймс, сервер Diamond Amber. И, в общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И адиос, амигос!